Шашки нет? Не, нету. Ну, а прикурить же, когда там что-нибудь такое? У меня ничего нету. Это сигарету выбрали? А я ее не прикурил. Чем? Я понял. Вы же мне зажигалочку не дали. Куда едем-то? На Рижке 37, потом обратно. На Рижке 37, потом обратно? Да, ну вот сюда. Потом обратно. Хорошо. Я понял. Ну я оборожусь не буду. Я открою окошко. Конечно, мне ветер не мешает, он меня просто как моряку дует. Я еще не знаю, правда, с какой стороны открывать окошко. Это не ваша машина, что ли? Моя, я для себя не понимаю, с какой стороны мне открыть окошко, потому что, бля, вы просто, наверное, проспиртованы. Вообще жестко. Так произошло. Сейчас, секунду, что у меня телефон завис. Прикиньте, на Рижке 37 забрать головку на 24. У меня просто ее нету в шиномонтаже. И я механик, и я хочу починить машину. А как вы работаете в шиномонтаже в таком виде? Я, ну, просто интересно. Вы работаете сегодня вообще, нет, да, я так понимаю? Нет, я сегодня уже не работаю. А, уже такая головка-то вам зачем тогда? Надо принести другу. Другу надо принести головку на 24? Да. Ну давай ты отмирай, господи, ну что ж такое? Это вы надышали, видать, видите, не работает. Не заводится, что ли? Не заводится, да, не заводится. Да я не мог столько. Как моя жена прямо, не заводится и все. Может, так, ну, опустите, я буду дышать в другую сторону. Ну, да, сейчас вот так вот. Давайте все окна опустим, я просто... Все окна опустим, я замерзну. Если мы все окна опустим. Ну, смотрите, мы же конструктивный разговор ведем, беседу. Конструктивный я разговор. Я ничего от вас не требую, просто мне нужна головка на 24. Я порвал палец. А опять не конструктивный хуй. Это моя боль. Да что ж такое-то? Рижский. Что-то вообще сегодня с техникой. Машина не заводится или что? Да не машина не заводится, телефон завис. А зачем вам телефон? А как мы? Я вам покажу. Поедем. Прямо едьте и все. Поехали. Да тут ехать-то 10 минут туда, 10 минут обратно. Головка. А 10 минут? Если в машине. 3 минуты. Так а там, ну, долго ждать-то вашу головку? Да нет, нет, ну, не, заехать и забрать ее. Заехать и забрать ее. Сегодня четверг. А, отлично. А все. Что отлично-то? А потому что у меня двое через двое друг работает, который мне даст головку. Все, едем. Вперед, просто идите, я вам покажу. Я понял, красный свет. Хорошо. Да, сейчас он закончится. 4 секунды. Я все вижу, я все понимаю. Я, понимаете, я... У меня налево здесь показано вообще, что надо ехать. Прямо идти. Уверены? Я уверен. Угу. Я во всех действиях уверен. У вас, кстати, там... Че? Наличные деньги. Вот обратно меня верните. Так. И сразу вам заплатят, и еще сверху дадут. И еще прошу, сверху дадут? Да, там эти... Заголовку этого нет, народ. Там, понимаете, ступицы кусочек сломался, да, и там никто не хочет отвечать. А я съебал с работы еще и домой. Ну я знаю, где взять. А там специальный голов. Ну, 24 я написал, конечно. Там специальный. Это как бы. У меня проблем с деньгами не будет в конечной точке. Не будет. Точно? Не будет. Если что, я. Если что, вы мне что, головку в залог оставите? Вы что, прикалываетесь, что ли? Я вам деньги заплачу. А, вы мне заплатите? Я просто думал, кто-то вынесет. Я понял. Головка на 24. Да не 24, там такая крысий зуб называется. Как... Ну, короче, вбивается, да, ну не снять там. Конечно, накосячили чуваки, да. Угу. Это,
и машина зависла. А я просто взял, с начальством поругался, говорю, и в жопу сижу. Так день-то рабочий был сегодня или нет, я не очень понял. Я проехал. Я вообще не хотел уходить. Ёбаный хуй. Что? Юрий Владимирович самый клёвый. Что? Я ни слова не понял. Юрий Владимирович поймёт. Юрий Владимирович? Есть. Она течение рынке, да? Она чёткая. Да. А есть море. А есть что? Море. Так. А море это вообще, да. Вот ерунду. Да? Ну, блин. Я вот стал моряком из-за этого, потому что... А вы моряк? Я капитан теплохода, ебаный хуй. Капитан теплохода? Утопил теплоход. Утопил теплоход? Ну, нет, ну просто я, ну как бы у меня есть диплом, я работаю. Просто летом, да, капитаны работают, а зимой их увольняют. Или, ну да, направо. Здесь нет направо? У вас же да, налево. Я запизделся с вами, у вас там это. Ну ладно, на Кульнянский поверните, развернешься через это, Степана Разина проедете. А, прямо в правый ряд сразу. Вы что, первый раз что ли машину выйти? Второй. Ну, вчера давайте. Первый был, сегодня второй раз. Ну, давайте. Но я быстро учусь. Давайте сразу. Прямо на этом перекрестке. Да. А вы право и лево что, как путаете? Нет. У вас же адрес налево, вот там вот. Это вы путаете, мне кажется. Я сказал, сейчас на перекрестке направо. Я понимаю, но адрес-то у вас прямо стоит. У вас Рижский стоит прямо, вот адрес вы мне назвали. Какой там дом? Рижский 37? Ну, он там. Или что? Чё? Вы путаете навигатор и нормальную Яндекс тупит. Сейчас, смотрите, мы выезжаем на Солковского, я знаю, тут просто все улицы. И по бульвару, да, выходим на Рижки и едем до Замарчевато. Чё-то вы меня путаете, мужчина. Давайте-ка вы определитесь, куда мы едем. Адрес назовите мне чёткий, я поставлю. Рижский 37. А чё вы? Рижский 37. Я нас набрал. Рижский 37. Рижский 37. Смотрите, аккуратно на дорогу. Сейчас вот тут много. Рижский 37. Смотрите, тут односторонние и тут могут вылететь. Это понятно. Рижский 37, он там впереди. Короче, куда нам ехать в итоге? Рижский. Поворачивай тут. Налево? Да. Это называется Циолковский. И бульвар. Значит, это Циолковский. Циолковский? Ну я-то знаю, а вы-то знаете, кто такой Циолковский? Конечно. Ну кто? Блядь, это ну, кто? Великий, блядь, медик, который. Великий медик? И изобрел, блядь, этот. Что? Пенициллин. Пенициллин. Циолковский. Великий медик изобрел пенициллин. Да. Да, это правда. Да, я знаю. Это правда. Сразу видно, что вы очень... Что, дебил? Что вы начитанный. Нет, я не думаю, что вы дебил. Если вы такими знаниями владеете, то... А что такое сталагмит и сталактит и сталагмит? Сталактит и сталагмиты? Да. Меня просто вот такое задали, хуйню. А вы знаете, что это? Ну, я знаете, какой ответ дал? Ну? Я говорю, одно капает, другое растет. Одно капает, другое растет? А, да. И причем сталагмит нарастает до сталагмита. Налево нам? Я не тупой, я даже пьяный могу конструктивно вести дискуссию. Mm-hmm. Не такой я тупой. Mm-hmm. Такие вещи. А вы знаете, вот что вот эта башня? Голубятня. Голубятня, в смысле, там птицы или геи тусуются, я просто не очень понял. Нет. Птицы, да? Да как? Почему все с педиками так связано? У меня не все с педиками связано. Нет, но... нет, я у всех. Блин, у всех что-то с педиками связано? Да. Смотрите, вчера. Так.
мой друг, да, вот Кузя, да, который механик. Так. Берет, как бы, едем прямо? Да, прямо и заворачивает там, где стартер. Угу. Не, остановись за пятеркой, да, не надо заворачивать. Ну, может, я сейчас на 2 секунды забегу просто. Ну, хорошо. А у вас есть потом что-нибудь, расскажу. Что-нибудь нужное, важное, есть что-нибудь с собой? Может, деньги у вас есть, залог оставить или телефон мобильный, а то вы сейчас сквозанете, и я вас катал бесплатно. Обещаю? Не-не, у меня тут нет, да, нет ломбардов, которые принимают честные слова в этом автомобиле. Ну, честно, нету. Ну, а как, мы с вами вместе пойдем? Пошлите вместе. Не, я вас подожду, ладно. Я не обману. Да? Обратно мне просто верните туда и все. Вот такие шиномонтажники делают шиномонтаж. А потом колеса отваливаются. Да. Шмон, конечно, от них от всех. Праздники? Хули. Головка на 24. Головка на 24, это мощно. Прошло 20 минут, этого кренделя нет. Ну я же, блять, мне же больше всех надо, я же таксист. Меня же заебали кидать. Ух ты, блядь. Мой кошенка, да, вот тут у меня, кстати, сколько есть. Что есть? Бляха, да, надо сесть? Че, да уже похер, куда садиться. Вам не холодно? Мне не холодно, мне не холодно. Лучше будешь побывать, да. Я знаю, что меня, ну, джином несет. Джином несет? Джин пили? 20-летней выдержки? Нет. Нет? Ром, джин, кальвадос сегодня не пил. Кальвадос сегодня не пили. Угу. А ром с джимом, с джином были, да? С джимом. И с джином. Ну, что я могу сказать? Хорошо живете. А по вам и видно, что вы только ром и джин пьете. И кальвадос. Короче, мы сейчас приедем, у меня точно с бабками проблем не будет. Не будет. Не будет? Не будет. Как, а ну вы же. Я должен. Ну я пока не знаю. Он сейчас сосчитает, когда мы приедем. Мы же по счетчику едем. У вас не был указан конечный адрес. Я его нет, убил. Нет, туда подъедьте, вот прямо к этому кабаку, да, вот этому. Ну, деньги кто мне даст деньги? Я вам. А почему вы не дали, когда уходили мне залог? Мне нет денег. А как вы мне дадите, если у вас их нет? Потому что не там. Так вы опять выходить будете? Да вы можете со мной выйти. Да я не хочу с вами выходить, а вдруг у вас там семеро, и вы меня надругаетесь надо мной. Вот это будет смешно, бля. Кому? Кому будет смешно? Ну, здорово. Вам? Кстати, у вас красные палочки, как у Анжелины Джоли. У меня красная палочка, как у Анжелины Джоли? Ну вот это. А вы знаете, что Анжелина Джоли – это внебрачная дочь Циолковского? Да ладно. Серьезно. Тот, который пенициллин изобрел. Серьезно? Последняя информация. А она в журнале недавно читал. И все вы эти, блин, все должны носить вот эти красные ленточки. Нет, это у них все. Надо быть девственником, чтобы носить эту ленточку. Девственником? Надо быть китайцем, надо быть мужчиной, да. Ну, вообще, на самом деле, у меня секса уже полгода не было, поэтому я почти девственник. Нет. Ну, у меня сложные отношения с женой, просто поэтому я считаю, что девственник уже Айбра опять стал. Не, просто это... Как это? Как это? Наха называется. Наха называется? Я знаю пару слов наха. Блядь, команда, блядь, пиздец.
просто в башке слов ебаных. Когда в башке много ебаных слов? Хазбула. Хазбула. И вот эта веревочка вешается только мужчинам, девственникам и, блин... И китайцам, блин. Ну, смотрите, я девственник, мы уже выяснили. А, значит, кому девственник? Я реально девственник. Ну, я говорю, что я уже забыл, как это делается, не помню. И... А второй момент по поводу китайцев. А, чувствую, что во мне есть примесь чего-то китайского. Тибетского, наверное. Тибетского? Нет, китайского. Есть примесь. По крайней мере, я знаю уже одно слово по-китайски, я выучил. Какое? Спасибо. Как? Се-се. Се-се? Се-се. Ну, только не си-си, а се-се. Да я знаю, блин. Это... А, вы китайский знаете? Да я знаю спасибо, блин. А, спасибо знаете? Се-се. Я на теплоходе работаю, эти китайцы каждый лето наезжают. Прямо едьте. Опять прямо? А, не, не, ну, ну да, лучше так и там развернуться. К бокам. Или вот так вот, просто поставьте вот туда. Нет. И со мной пойдете. Ну, нет, я вообще не хочу вас отпускать. Вы мне нравитесь. Замутим что-нибудь? Чего? Я очень... Да хорош. Нет. Да. Бересия, это ваша там... Ну, почему пидрасти? Я просто по-дружески потусуемся где-нибудь. А, потусовался, блядь. По-дружески. Сейчас мне думают, что я наркоман и, блядь, пьяный. Я пьяница, я не наркоман никогда. И менты еще пасуют. Ну, нахуй ты, ну... Ну, так что, может, прогуляемся вечером? Какое, да прогуляйся сам с собой. Ну, сам с собой мне скучно. Ты что? А что? Иди там это... Ну, вы симпатичны, я тоже вроде ничего, а что такого-то? Я даже разрешу вам не платить. Ну, типа... Да иди нахуй, сейчас тебе заплатить, пизду. Не-не, давай, а что такого-то? Ты знаешь, что такое русский человек? Что такое русский человек? Песьков нету. Не-не, а я еще и белорусский. Я белый понял. И русский. Может, поцелуемся хотя бы? Да соси, бля. У себя сам, ебка, дебил. Сейчас деньги. Не, ну а что? Мне нужно тоже как-то приходить в чувство, в тонус как-то, я не знаю. Потому что, ну, блядь, если Циолковский изобрел пенициллин и отец Анджелины Джоли, наверное, я тоже могу что-нибудь. Я тоже что-нибудь могу. Я тоже в силах покорять новые вершины, например. А что, он от него только воняет чуть-чуть, как бы, а так-то он нормальный, ну, то есть симпатичный, перспективный. Что думаете по этому поводу? Ведь я не был слишком груб, слишком резок. Я был очень мил. Ну, а то, что у человека предвзятое отношение, то как бы... И хрен с ним. Ну, гомофоб он. Ну, а что-то такого. В следующий раз попробуем. Надеюсь, бабки он мне принесет. Будем ждать. Если не принесет, пойду качать. Но лучше бы поцеловал.